В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестными в школах Актюбе готовится преступление. По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны. Особое внимание уделено на обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Просим граждан не поддаваться на провокации.